И всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами Пиксель, и сегодня я вам покажу, как взломать игры при помощи программы ArtMoney. Сегодня мы будем взламывать игру под названием Plague Inc. Почему именно Plague Inc.? Расскажу чуть позже. Так, что нам нужно для начала? Для начала нужно, чтобы в игре уже было какое-то количество, да, или там денег, или чего. Взломать можно, что хотите. Да, действительно, что хотите. Можете себе в GTA патроны наломать. Так, дальше. Ладно, пусть будет сложный. Да хотя, какая разница. Так, ладно, раз 12, play. Давай. Так. Ну, чё б я тут зарядил такого, чтобы никому обидно не было и чтобы меня не забанили. Так. Ладно, пусть Гренландия. Так. Вот. Мы её взломали. И сейчас нам нужно, чтобы уже было какое-то количество... Какое-то количество ДНК. Блин, как меня лагает. Без записи такого не было. Так. Что у нас тут? Сколько ДНК? Сейчас посмотрим. Нифига не вижу. Бандикам все закрыл. Так, ладно. Ладно. Так, ребята, я изменила разрешение. Кстати, снимаю я в окошке, чтобы туда-сюда не бегать. Так, ладно, что нам надо? Сколько там у нас, кстати, ДНК? Я не посмотрел. Так, одно ДНК. Ну ладно, ждем пока. Что мы ждать-то будем? Вот так. О, все, пошло. Так, сколько? 7 ДНК, ладно. Попробуем. У нас сейчас вот 7 ДНК. И когда уже какое-то количество есть, нажимаем, вот, заходим в ArtMoney, и тутка, выберите процесс, тутка. Нажимаем и выбираем процесс, ну какая у вас там игра, ну, Plague Inc. Так, выбрали, нажимаем искать, и там, давай загружайся, паскуда, загружайся, искать, вот. Тут пишем количество, сколько у нас сейчас денег, ну, 7, да? 7. Окей. У нас тут адреса различные загружаются. Ладно, ждем, пока все загрузятся. Так, и загрузились. Хорошо, хорошо. Давай, паскуда, возвращайся. И сейчас заходим обратно в игру, и нам надо изменить это количество. Что-то купить или... Еще заработать. Так, давай. Ладно, будем ждать. Так, уже 8. Так, давай. Ну, все, достаточно. Так, хотя там... Ладно, 10. Так, и нажимаем кнопочку, когда уже количество изменилось, нажимаем отсеять. Так, нажал. Давай, паскуда. Отсеять. Отсеивайся. Нажимаем отсеять. Да чтоб тебя. Это не видно из-за Plague Inc. Вот. Отсеять. И пишем, сколько у нас сейчас. У нас сейчас 10. Нажимаем ОК. Ну. Давай, грузи, боже, как тупит. Вот, пошло. У нас сейчас адреса обновились. Кстати, я говорил, что скажу, почему я выбрал именно Plague Inc. Я выбрал ее, потому что обычно в некоторых играх, там, Need for Speed или GTA, если вам нужно накрутить вот так какое-то количество, ну, чего-то, там появляется всего пару адресов. И там просто берем нужные адреса, сюда их нажимаем на кнопку, сюда копируем, и там значение просто меняем, насколько нам нужно, и все. А тут их просто 187, это мы сейчас должны нужный адрес искать, и... изменять все это, но мы так делать не будем, а расскажу вам, как это все обойти, чтобы найти именно нужный нам адрес. Заходим обратно в Plague Inc. и изменяем количество еще раз. Давай. Так, уже 14, ну достаточно будет. Так,
Нажимаем так, логин. Пошел нафиг. Так, нажимаем отсеять, обратно 14. Вот, их уже стало меньше. Сюда, значение. И сколько нужно? Вот так. Убиваем всех, сколько хотим. Но еще будет столько ДНК, что это просто жесть. Все. И сейчас заходим в Plague Inc. Вы только на это посмотрите, ребята. Кстати, если вы какое-то значение тут написали, сколько вам нужно, и оно возвращается в... Ну, сколько там было. Ну, например, там у вас какое-то было значение, вы его изменили, оно обратно И оно обратно вернулось, так это потому, что это не то значение, которое вам нужно. Так, ну, все, в принципе, сейчас только берем вот так, пяти передач. Тут все прокачиваем, что хотим, вот видите, да, деньги реальные. Что хочу, то и делаю, давай развиваем, И все. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут творится-то будет. Окей. Ребята, вы только посмотрите, что тут творится-то. О боже мой. Нафига мне этот ДНК, у меня их... О боже. Ха-ха. Блин, зря я Гренландию зарезил. С нее плохо будет все там. Ух ты, нифига. Если бы я что-то другое зарезил, это было намного круче. Тут только один аэропорт, и тот уже закрыт. Что я сделал? Нафига я Гренландию поражен? Ха-ха, блин, только деньги. Надо было что-то другое заражать. Ну что ж, ребята, я надеюсь, вы поняли. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну, с вами был Пиксель. Всем удачи, всем пока. Кстати, ссылку на Артмане я оставлю в описании.